Что было дальше, видел наш корреспондент Артур Мустаев. На Грозненском стадионе имени Султана Белимханова сегодня болеют не за любимую футбольную команду, а за будущее России. На вторую по величине спортивную арену республики силовики пришли, чтобы продемонстрировать единство и готовность выполнить любую задачу президента страны. В штатском никого, все в военной форме и с полным боекомплектом. С трибуны перед бойцами выступил глава Чечни. Сегодня я повторяю слова Ахмад Хаджи. Пришло время сделать свой осознанный выбор, и мы говорим на весь мир, что являемся боевой пехотой Владимира Путина. Если поступит приказ, мы на деле докажем, что так это и есть. 15 лет Путин помогает нашему народу. Теперь и мы с вами, а нас десятки тысяч человек, прошедших специальную подготовку, просим национального лидера России считать нас добровольным спецотрядом Верховного Главнокомандующего, готовым защитить Россию и ее стабильность границы, выполнить боевую задачу любой сложности.